Не прошло и года, сразу же, в ту же самую секунду продолжаем следующую. 11 эпизод Seven Light Show. Не здороваюсь, потому что, скорее всего, буду монтировать их одновременно. А что мне здороваться, скажу, в каждом видео я снимаю их за один день все, сразу. Доброе утро, сегодня тебе. У нас экзамен. Доброе тоже. Как маленький. Очередной экзамен. Охота спать. Но нельзя. Надеюсь, сегодняшний день пройдет отлично. И вы это увидите. Не танцуй. Что за мода? Мен норманым бар. Төзімділік қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Самое главное, чтобы меня слышно было. Тачи, вставай. Доброе утро, Тачи. Тур-тур. Тачи-тур. Лей, все, вставай. Вставай. Лей. Разбудили детку. Маленькую разбудили. Ребеночка. Эй, вставай. Блин, такие детки вообще. Куда просто рано? По-другому не могу к ним относиться. Ну, дети, маленькие. Крошки мои. Лапуськи. Шкодный. Давай, умывайся скорее, мой хороший. Сама бы умыла. Лицика. Что за кипиш, Даня? Я не знаю. Сегодня у нас выступление бугом везде. Экзамен. Экзамен вот. Так надо. И то оляк поранешь, барсаре надо. Фильджиот экзамен вот. Везде куптинген адам. Надо будут проверять. Какие глазки бегают от Кайла. Ладно, выступайте, ты говоришь. Хорошо, поехали. Кусичный такой вообще, просто кукольный просто, ребенок прям. Кукольная внешность у него. Маленький принц просто. Ой, братан, ему лучше. А костюмы? Я одел марка куртку, потому что там холодно. Марка куртка. Давайте, одевайтесь, бегите. Кусайте, кусайте. Завтрак. Завтрак. Какой миленький Марк здесь вообще. В этом кадре. Как круто. Так, тихо. Прикольно вообще. Сен уайымда жатқан жоқсың ба? А, леви, ты? Нет, нет, переживай. Ну, да? Чувство, ну. Уверен, я переживаю. Уверен. Так, короче, кашка, да, и кислород. Чтоб легче платить. Вот так можно, пойди. Я купил? Ты что, серьезно так? Да, да, так, так, магниты. Салем. Салем. Бүгін бізді емтихандық концерт. Бәрі жақсы өте деген ойдамыз. Сейчас мы ждем, когда всем будет делать грим. Потом мы переоденемся. Потом будем ждать своей очереди. В списке мы 11-й. И мы надеемся, что покажем хороший номер. Что сдадим хорошо этот экзамен. Всем понравится. Мы будем первый раз вместе на сцене. И вы будете свидетелями этого. Я верю в это. Да. Капец, волнуюсь. Сейчас выходить. Маленький. Волнуется ребенок. Вот ты пуська. Так и лежит в расслабленной позе.
Ветров, Настя. Так мило, я не могу. Че, девочка, приезжаешь? Почему тут много людей? Почему так долго? Немного переживаю, но вроде бы нормально. Вчера мы очень много прогоняли, репетировали. И сейчас во мне играет столько уверенности, что я готов выйти на сцену. Всех порвать. Прямо сейчас. Только переодеться. Давай, переодевайся. Блин, зачем вы прогоняете? Лучше бы... Блин, я понимаю, конечно, что все артисты абсолютно прогоняют свой танец перед выступлением, но чем больше вы это делаете, тем больше шанс ошибиться именно в танце. Ну, нет, я понимаю, что ребята хорошо станцевали, выступили просто. Сейчас как будто бы с ними сейчас там в этот момент и переживаю этот момент вместе с ними. Поэтому для меня он еще не наступил. Давайте, детки, рвите, сжигите. Марк такой пузичный. Ай, Кайл, игрушка. Просто игрушечный. Ты тоже заколебал меня, красавчик. Сладкий. Какая у него улыбка милая. Давай, Леви. Сделай всех там. Вот бака. Моллюски. Давайте. Жгите. Сюда народу там. Они просто не стали показывать, да, этот отрывок. Или все-таки показывают в конце. Я очень хочу, чтобы показали. Нет, слишком мало времени. Сделали это. Классные мои дети. Молодцы. Вот так вот закончилось. 10 серия. Так, мне нужно немножечко хотя бы походить, иначе меня парализует точно скоро. Так, 12 эпизод, следующий. Спасибо огромное за просмотр со мной.